Это программа «Проходка». Меня зовут Алексей Устинов. Здравствуйте. В начале выпуска короткой строкой о самых заметных событиях на производственных площадках компании «Уралкалий». Профмастерство инженеров «Умни-Э» подтверждено на всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля. В итоге Александр Якушев занял первое место в номинации «Ультразвуковой метод», а Даниил Волынский стал вторым в номинации «Визуальные и измерительные методы неразрушающего контроля». Всего в конкурсе приняло участие свыше 600 специалистов крупных российских предприятий. Наверняка компании в рамках программы повышения производительности комбайновых комплексов будет внедряться новое горное оборудование. Ряд опытных моделей должен быть доставлен в шахты Уралкаля уже в этом году, а в ближайшие два года будут изготовлены и протестированы в условиях действующего производства еще три новые высокопроизводительные машины. В командном зачете лыжники первого Соликамского стали победителями суперфинала по лыжным гонкам корпоративной спартакиады. Лучший результат среди женщин на дистанции 2 километра также у спортсменки первого Калийного Виктории Хомяковой. Среди мужчин на дистанции 3 километра лучшим стал представитель второго рудоуправления Сергей Анашкин. Калийщики успешно выступили на спартакиаде Росхимпрофсоюза. В плавании в личном зачете золото завоевали Василий Феофилов, Владимир Титов и Анна Попова. В командном зачете пловцы Соликамской площадки заняли второе место, а бронза досталась березняковским калийщикам. Вячеслав Кривенко, Виталий Казаков, Илья Кадочкин и Григорий Зюзин успешно выступили в гиревом спорте. По итогам четырех видов спартакиады соликамская сборная «Уралкаля» вышла на промежуточную лидирующую позицию. Шаг вперед. Буквально через несколько месяцев сотням соликамских выпускников придется отвечать на непростые вопросы. Куда пойти учиться? Какую профессию выбрать и каковы ее перспективы? От верных ответов на эти вопросы зависит их будущее, каким оно будет. Внести ясность ситуацию на этой неделе постарались специалисты компании «Уралкалий». Они рассказали подросткам о перспективных профессиях, которые сегодня, а самое главное завтра, будут востребованы на крупнейшем калийном предприятии России. Все подробности далее. Уже через несколько месяцев ученики 11 классов распрощаются со школьной партой и вступят на путь высшего образования. Однако прежде им предстоит сделать нелегкий выбор среди сотен учебных учреждений и тысяч профессий, выбрать одну единственную. У вас как раз наступает достаточно ответственный момент в жизни, кем быть, кем стать. Ответы на эти вопросы волнуют тех, кто собрался сегодня в зале культурно-досугового центра. Это будущие выпускники, представители всех школ нашего города, а также сотрудники компании «Уралкалий». Встречу открывал директор по производству Борис Серебряников. Он отметил, что с калийным месторождением неразрывно связана не только история наших городов, но и будущее. И вот сегодня в двух городах, Соликамске и Березняках, расположено крупнейшее предприятие промышленное в этих двух городах – это Уралкалий. Что такое Уралкалий? Уралкалий сегодня – это мировой лидер по продажам, по обеспечению мира калийными удобрениями. Быть лучшим во всем. Сегодня компания «Уралкалий» также является лидером корпоративного управления. А социальные гарантии для сотрудников признаны одними из самых лучших в отрасли. Не стоит забывать и о заработной плате, которая сейчас одна из самых высоких среди промышленных предприятий Верхнекамья. Значимость таких встреч вообще трудно переоценить, потому что молодые люди, когда выбирают, значит, свою будущую специальность, да, и вообще чем они будут в жизни заниматься, они не всегда правильно понимают происходящее, и, как правило, значит, их выбор очень субъективен. После вступительной части перешли к конкретике. Будущих абитуриентов познакомили с профессиями, которые сегодня востребованы в компании. Например, химик-технолог или мастер горного дела. По этим специальностям «Уралкалий» совместно с Пермским национально-исследовательским политехническим университетом, сокращенно ПНИПУ, проводит целевое обучение. После окончания гарантировано трудоустройство по специальности на «Уралкалий». Плюсов целевого обучения довольно много. Значит, основной плюс, я считаю, это даже не повышенная стипендия, там какая-то, не какое-то привилегированное положение в институте там и так далее.
В первую очередь, это возможность проходить практику на том месте, где ты в дальнейшем будешь работать. Специалисты-целевики, я считаю, они превосходят, значит, специалистов, которые просто пришли после института работать на предприятии. Также по программе целевого обучения на горно-нефтяном факультете ПНИПУ обучают профессии макшейдер. Об этой работе рассказал глава отдела Евгений Кивилев. Кстати, позже он признался, что в свое время выбрал совсем другую профессию, но вовремя спохватился и перевелся обучаться макшейдерскому делу. В макшейдерском деле зарплата, я думаю, будет все в порядке, а перспективы, я уверен, что точно будут, то есть работа будет всегда востребованной, потому что работать макшейдером можно не только на горном предприятии. Встреча будущих выпускников с представителями Уралкали продлилась чуть более часа. За это время молодые люди узнали много интересного, смогли получить ответы на интересующие вопросы, а после заполнить анкеты на участие в конкурсе на целевое обучение. Ученица 9-й школы Лилия Лалаян такой возможностью решила воспользоваться. Девушка твердо намерена победить в конкурсе и получить высшее образование от компании «Уралкали». Я уже определила, что буду сдавать химию и с химией пойду дальше. Или стану технологом каким-то, или ученым. Сегодня «Уралкали» динамично развивается, и компании с мировым именем требуются молодые, высококвалифицированные специалисты. Принять участие в конкурсе на целевое обучение может любой выпускник 11 классов. Для этого необходимо подать заявку до 15 марта в Управление подбора и развития персонала или по электронной почте. Адреса вы видите на экране. Потом претенденту предстоит принять участие в Олимпиаде по математике и физике и сдать ЕГЭ, набрав при этом не менее 180 баллов. Остается пожелать нашим выпускникам удачи на экзамена и ни пуха, ни пера. На этом все. Это была программа «Проходка». Меня зовут Алексей Устинов. Увидимся, как обычно, ровно через неделю.